Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, и вот такие три огромные коробки заказа с верхом. Если честно, тут было 5, но я прям вот так вот все объединила, потому что, ну, уж очень много было. Да, ну и в первую очередь, конечно, хочется показать новинки, такие вот зонтики, зонт-кошечки, или как он там называется, сейчас посмотрим, зонт-автомат, вот с такими вот цветочками, и очень красивый, мне очень нравится. Значит, это автоматический зонт с принтом, принт-цветок и принт-котики, стоит 1000 рублей. У зонта SPF 50, хотя в дождь излучение же не очень. Ну, наверное, эти зонтики можно носить и когда солнце сильное. Зонт — это не просто аксессуар, а полноценная часть весеннего гардероба, я считаю, да, и лаконичные варианты в универсальном оттенке подойдут к любому образу, а яркие принты помогут выразить свою индивидуальность. Такие вот красивые котики и вот такие вот красивые цветы. Ну что ж, давайте будем с вами смотреть этих котиков. Вот такие вот котики клевые, классные. Артикул 600-851. Такой вот у них чехол. С логотипом они идут Faberlic. Длина в сложенном виде 30 сантиметров. Каркас 60% сталь, 100% фибергласс. Вот такая вот красота. Всего 30 сантиметров. Хотя это огромный, хороший, полноценный зонт. Да, вот тут сейчас видео посмотрите. Снимаем с вами чехол. И вот такой вот зонтик. Я его уже помучила. Из-за этого он не так красиво сложен был, как при покупке. Но тоже как бы неплохой такой вариант. Он идет с кнопочкой, но собирается обратно вручную. И такой вот чехольчик с котиками. Тут идет кнопочка. Вот, очень часто бывают липучки. Но тут у нас именно кнопочка идет. Вот такая вот красота в полусложенном виде. И если мы его открываем, он реально большой. Задела камеру, да? Внутри он, как вы видите, черный. Да, то есть обычный такой хороший зонт, добротный, качественный, на мой взгляд. Все великолепно, прошито здорово. И снаружи вот такой вот крутой рисунок с котиками. Мне тоже очень понравилось. Я в восторге. И честно скажу, что этот зонт у меня уже забрала моя старшая дочь. Она обожает котики. Все с котиками. Ну и понятно, что этот зонт она возьмет себе. Потому что уж очень он красивый. Следующая красота. Все точь-точь такое же. Только расцветка другая. Да? Зонт-автомат, цветы. Артикул 600-850. Так, снимаем первую упаковочку. Самую шабаршашную. Да, вот такая вот красота чехол. Просто супер. Убирать на зиму великолепно. Дальше идет кнопочка. И тот же самый распрекрасный цветочный принт. Ну что ж, давайте его пробовать. Нажимаем на кнопочку. Вот он раскрывается. Красавчик такой. И вот он принт. Очень красивый. Цветы прям яркие, такие хорошенькие. Я считаю, что классно. Вот я этот больше, конечно, хочу. Котиков я так сильно не хочу. А вот, вот этот мне прям очень нравится. Да, то есть вот такая пимпочка. Так же, как у котиков, такой цветочек еще. В общем, симпатично. И внутри он такой же черный, как и предыдущий. Давайте вот посмотрим. Да? Видите, ничем не отличается, только разные рисуночки. Очень хорошенький. Далее пройдемся еще по таким вот зонтикам. Два зонтика в таком не сером, в таком коричневом исполнении, да, мокка, оттенок мокка. И зонтик с оттенком получается синий. Ну, я бы сказала, что он больше такой, ну да, тут не очень-то совпадает цвет, ни мокка, ни этот. Вот давайте с вами даже посмотрим. Так вот они приходят. Я их сейчас распечатаю. Ну, то есть, если тут он прям серый-серый, то на камеру, да, кстати, искажается цвет, поэтому, наверное, компания не смогла. Но он такой серо-пастельно-коричневый, то есть мокка такой, хорошенький такой оттеночек, если с чисто серым его сравнивать. Тоже очень хорошие зонтики, в сложенном виде 32 сантиметра, диаметр купола 105, то же самое, что и у предыдущих. Диаметр купола 96 у предыдущих, угу. А тут диаметр купола 105, уже они будут покрупнее немножко. Ну-ка, даже не немножко, 8 сантиметров, да? Материал верх полиэстер, каркас 60% сталь, 40% фибергласс. Синий идет с артикулом 600-848, а мокка с артикулом 600-849. Они, в принципе, очень сильно даже, я считаю, что одинаковые. Кстати, на всех вот еще такие штучки были, приходило таким образом. Разница, да, тут вот есть вот так носить. На предыдущих тоже была такая петелька. На мой взгляд, цвет очень красивый и очень-очень приятный. Внутри он такой же черный, как и предыдущие зонты. Также, как и на предыдущих зонтиках, есть такой вот, кстати, логотип Faberlic. Я вам, по-моему, не говорила, да? И этот точно-точно такой же. То есть, также на кнопочку они раскрываются. Также они на кнопочку работают.
Все великолепно, просто замечательно. Далее идет такая вот красота. Такие вот классные зонтики. Честно сказать, я удивилась, что они мне, пусть и не сразу, пусть не по VIP-новинкам, но они мне все достались. Пишут на сайте, на официальном, что задержка и так далее. Нет, я спокойно зашла и спокойно заказала все зонтики. Серый с артикулом 600-853. Вот такая красота. Далее идет зеленый, мятный вернее, с артикулом 600-854. Затем идет салатовый с артикулом 600-856. Потом пыльно-розовый где-то у меня затерялся, к сожалению. Но его и не было, скорее всего, пыльно-розового. И белый зонтик, вот он перевернутый, с артикулом 600-852. Ну, слушайте, и розовый нашла все-таки в итоге, да, с артикулом 600-855. Думаю, где же я ж его видела, думаю, ну не только в каталоге. Да, ну хорошо, нашла. У этих зонтиков очень красивый, да, вот эта трость, зонт-трость, да, так они сложены. Ага. Тут заклепочка красивая, фурнитура тут вся идет золотистая, очень такая приятная. Тут как будто, знаете, еще какая-то пленочка сверху. Я думаю, ее сразу можно не снимать, но на одном зонтике я, наверное, покажу. Она, скорее всего, снимается, эта пленочка. В общем, я ковырялась. Сначала думаю, что не то. Думаю, какая-то пленочка сверху, потом до меня дошло. Так, ну я, если честно, не совсем знаю, как ее снять. Да, вот такая красота. Угу. Вот эта пленочка, она тоже снимается. То есть зонтик дважды был упакован. Сначала вот этой пленочкой, да, вот видите, на самом деле он матовый, такой красивый. И вот эта пленочка, как с телевизора, убирается. В общем, поняли, да, все они еще вот таким образом, получается, упакованы. Надеюсь, я не сделала ничего плохого. Надеюсь, так оно и должно быть. А может, и не должно. В общем, я не знаю, но я так поняла, что должно. Размер, длина 86 сантиметров, диаметр купола 105, как предыдущие, да, материал верх полиэстер, каркас 60% сталь, 40% фибергласс. Вот такая вот красота. Ну что ж, давайте же один зонтик посмотрим. Так как они идентичны предыдущему, я раскрою и покажу только один, а потом мы с вами просто увидим все цвета. Я так считаю, зачем нам куча одинаковых зонтов их разглядывать. Тут они уже идут не на кнопочке, то есть вот такая штучка у них идет. Вот, очень красивые изнутри, как вы видите, да? То есть тут все, в принципе, тоже хорошо. Логотипчик Faberlic с изнаночной стороны. С лицевой, вернее, господи, что же я говорю, да? И, в принципе, вот такие черные классные штучки. Как вы видите, смотрится он очень красиво, аккуратно, прикольно и здорово. То есть такая вот красота. Я считаю, что очень даже ничего. Хорошенький такой. Ну и размах 105. Много о чем говорит, да? И он такой купольный. Ну что ж, бежим далее. Вот такие вот футболочки мне пришли. Хорошенькие, красивенькие. Это опять-таки новинки. Они идут прямого силуэта, очень качественный пошив, довольно-таки плотные, очень хорошие. А мне прям очень понравились они. Артикул 870-608, это обычные такие, знаете, добротные футболки. Размер 2XL, 92 хлопок, 8 эластан. Очень-очень комфортные футболочки, хорошенькие. Качество великолепное. Далее, вот такая вот футболочка. Приходят они в таких вот пакетиках, на зип-замочках. Разворачивать их уже не буду, просто показать цвет. Очень хорошо, кстати, камера показывает. 870-614, очень хорошенькая. Тоже 2XL размерушка. С джинсами их носить, вот знаете, одно удовольствие. Такие цвета приятные, хорошие. Просто супер. Так, такая вот зеленая, цвет зонта. Да, 870-602. Хорошенькая тоже. Так, ну и последняя идет у нас с вами. Тоже футболка женская. Артикул 870-596. Тоже как бы... Ну, знаете, футболки это такие... Я их все время называю расходники. В каталоге не показаны просто, как вот видите, новые оттеночки. Белый, салатовый, красный и горчичный. В принципе, все. Да, то есть вот она выполнена из мягкого хлопкового трикотажа. Короткий рукав, круглая горловина, прямой силуэт. И состав 92 хлопок, 8 эластан. Такие, знаете, обычные, классические, хорошие футболочки. Да, тут как за ними ухаживать. Вот значочки есть. Просто шикарненькие такие хорошенькие футболочки. Мягкие, приятные. О, первые чеки пошли. Так, тут чек 350 рублей. Это автозаказ. Я взяла 5 блокнотов. Нет, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 блокнотов.
на 357 рублей. Их можно брать для серебряных VIP-консультантов. На втором шаге заказа персональные акции, артикул 786-35. Но иногда они бывают и на сайте Faberlic. Так, футболки женские. Вот видите, да, их ценник. Вот, это опять-таки футболки женские, то есть из автозаказа приехали ко мне. Да, с огромной задержкой, но видео день-день снимаю, как привезли. Но это все автозаказ, видите, 9 рублей доставка автозаказа. Такой вот длиннющий чекус, значит, 30 тысяч рублей. Это карточки твой бонус уже. Да, вот такая прям куча. Я набрала, потому что, ну, вы знаете, постоянно нужны какие-то подарки, еще что-то. И я некоторых парфюмерных вот всего взяла побольше. Так, господи, с чего начнем? Так как это купоны, конечно, я всего взяла побольше. Да, то, что у меня больше всего уходит, то, что я больше всего дарю, то, что мне больше всего нравится. Этот продукт для меня уже известен. Итак, мы набрали биогель для очищения туалета. Обязательно с натуральным хвойным миксом. Артикул 108.98. Отлично, просто совсем справляется. Потом, значит, 5 штучек концентрированных гелей для стирки. 308.42. Они идут именно для цветного белья. Потому что яркое белье все равно, где написано, что порошок для белого и цветного, все-таки он только для белого и для бледной какой-то ткани, да, то есть, а для ярких оттенков все-таки лучше отдельный порошок использовать, там даже это все написано. Далее, парфюмерная водичка Галби и Лаал, это воды, которые мне очень нравятся, с артикулом 38.18, шариковая такая парфюмерная вода, маслянистая, маслянистые духи, сертификат, кстати, у них есть халяль, они с таким ярким, цветочным, таким ярким аккордом. Да, Лаал мне показалась очень нежная, наоборот, приятная. Артикул 308.17, женственная такая, легкая, хорошенькая водица. То есть это такой не резкий аромат по сравнению с Галби. Далее, такие вот три кушона коллаген. Это я себе взяла именно себе в запаснике, потому что у меня очень много поездок. Они у меня быстро уходят. Артикул 67.95. В поездках я очень люблю их брать с собой в переносную сумочку, потому что очень много мероприятий, всего. Где-то что-то как-то вот подправиться. Очень удобно. Прямо мега удобно. Ну, тут увидите видео. Как обычно, я на них уже снимала обзор. Они мне понравились. Я решила заказать еще. Да, то есть красота такая. Далее, смотрите. Это матирующий праймер для лица. У меня как раз предыдущий уже подходит к концу. Покажу его вам. Ну, с ним, конечно, даже в жару макияж намного качественнее. То есть вы наносите, у него такой яркий сладкий аромат, который недолго держится. Он выравнивает кожу, подготавливает ее. То есть на самом деле он такой красивый, его можно ставить, но, как видите, я уже его домучила до чего. Артикул 65.24. Что он делает? Он выравнивает и матирует рельеф кожи. Вот в жару самое то, поэтому я запаслась. У меня есть уже один запасник, я взяла еще второй, потому что череда поездок. Мы в этот раз полетим и в Турцию выступать как спикеры, и в Кыргызстан, в Иссык-Куль, и в школу развития человека полетим обязательно, и в Беларусь полетим. И, конечно, вот все это будет жарко, лето, поэтому я думаю, что очень хорошо, что я с собой прям две штуки возьму на месяц. Я буду все равно наносить это лба до груди, потому что и макияж я также делаю, да, я тоналку и на шею, и везде наношу. Он не только выравнивает и матирует, он еще и убирает жирный блеск благодаря матирующей пудре в составе. Также ультралегкая сенсорная текстура, мусса нежно и мягко подготавливает кожу к нанесению макияжа. Активные компоненты — это матирующая пудра и комплекс, который уменьшает выработку кожного себума и длительно матирует кожу, устраняя жирный блеск. То есть, ну, вот то, что мне нужно, чтобы тональник сидел хорошо в жару. Когда нет жары, я им не пользуюсь. Он подсушивает кожу, а у меня кожа и так сухая, но только не летом. Да, он также идет 30 мл. Аромат очень такой хороший, вкусный, классный. Дальше защитный праймер для лица. Он у меня тоже есть, поэтому открывать его пока не буду, потому что срок годности у них большой, но если открыть, то после вскрытия всего 6 месяцев. Да, вот видите, вот этот вот момент вскрытия, поэтому я не буду его вскрывать. Я его просто вам покажу, вот этот, который у меня открытый. С артикулом 65.11, им я пользуюсь чаще всего. Почему? Потому что он подготавливает кожу также для макияжа, имеет гелевую текстуру. Ох, как много выдавила. В общем, это мне на все лицо и шею. Гелевая тающая текстура, которая ложится легкой дышащей вуалью и обеспечит 5-ступенчатую защиту кожи от негативных факторов. И имеет SPF 20.
Вот, значит, такой вот красавчик, как вы видите. Тут, считайте, пятиступенчатая защита, даже от Wi-Fi. Вот такая вот красота. Поэтому, конечно же, я пока карточки твой бонус, я его взяла. Я очень люблю вазы под макияж от компании Faberlic, потому что они шикарные. Вот видите, насколько хватает, божечки ты мой. Ну и запахи у них, конечно, обалденные. И кожа нежная такая. Очень приятная кожа. Ну и последнее, что я взяла из премакияжа, это увлажняющая сыворотка праймер. Тоже такая вот красоточка, густенькая. А это идет как увлажняющее средство. Ну, когда вот я еду, например, на фотостудию, зачем мне всякие защитные, если я весь день на фотостудии часов 6, да, то есть мы выезжаем с утра, когда солнца нет, и приезжаем уже, когда уже темно. Тут в составе идет гиалуроновая кислота, комплексы различные, да, то есть вот, и мне, конечно, это очень сильно нравится. Он идет как мгновенное свежесть и длительное увлажнение. Он у меня тоже есть открытый, я жадина говядина, видите, у меня еще только начался, я уже новый заказала. Так, значит, мгновенная свежесть, длительное увлажнение, действительно так, выравнивает и разглаживает кожу. Вот он, видите, побежал, голубенький такой, приятненький. У него тоже такой нежный, легкий, очень хорошенький аромат, прям мне очень нравится, очень приятный. И он, кстати, чуть-чуть, может быть, дольше впитывается, чем все остальные, но я прям без ума от него. Он очень хорошего действия, очень хорошего качества. И, конечно же, легкая гелевая текстура, быстро сохнет и не липнет. Да, ну, смотря тоже, какой слой нанести. Есть кто полтюбика выльет, понятно, он будет липнуть. Скоро у меня череда дней рождений, у Катиных подружек дней рождения и так далее. Я, конечно, вот такую ерунду очень люблю заказывать. Ну, это как бы не ерунда, но прикольная водица. Это у нас идет цветочно-фруктовый гурманский аромат. Это альфакторная пирамида, верхняя нота идет фруктовая карамель, черешня, белый персик, ноты сердца, марципан, роза, бобы, тонко. И базовые ноты это мускус, ванильный сахар и вишневый сироп. То есть водица такая, как вы поняли, кисло-сладкая, что ли, да, по описанию. Хорошенькая, больше такая, знаете, аромат вишенки, я бы так сказала. Вот это вот Candy Story, это не вишневый цвет, а именно цветы и вишня. То есть вот такое вот, очень вкусненько, в принципе. Еще такая же вот красоточка, тоже с объемом 30 мл. Это прям аромат улыбок. Ну, такой, знаете, свежий такой интересный аромат. Это фруктовый цветочный аромат. Чувствую какую-то свежинку, но и эта водица немножечко с таким, знаете, с характером. Тут идут свежие экзотические фрукты в составе. Свежая дыня, сочная манго, личи в верхних нотах создают настроение отдыха. А сердце аромата освежает легкое такое вот малиново-персиковый шлейф. Дарит вкус праздника. Вот и морской бриз еще. Тоже очень интересно. И свежесть чувствуется, и такой характер чувствуется. И потом какая-то еще карамелька почувствовалась. В общем, интересный такой запах, многогранный почему-то очень. Если как бы вы наносите на себя воду, но она как бы не так резко раскрывается. А тут буквально за 3 минуты, можно сказать, она раскрывалась еще как ого-го. Ну и третья водица из этой же линейки, тоже 30 мл. Тоже очень красивая такая упаковочка, колпачок такой рыженький, да, очень такой интересный. Мне нравится. Вот сейчас тоже свежесть морского бриза идет. Потом цитрусовый аккорд идет, такой интересный, да, то есть морской, тут же фруктовый аромат, тут же цитрусы. Вот она мне, наверное, больше всех, как бы по мне, нравится. Дальше идет коктейль из гуавы, манго и маракуйи с легким цветочным акцентом. И уже шлейф, это теплый сандал, моксус, абрикос и малина. Такой богатый состав, я бы сказала. И молодым девчонкам вот такая вот водица, которая очень многогранна, она, конечно, очень нравится, вот. Но в основном я чувствую свежесть, такую наисвежайшую свежесть, какую-то цветочно-фруктовую, да, вот, ну, оно и есть. Далее водица мужская, Best Brogan Day. Это у нас идет направление как смолистый древесный пряный аромат. Очень она мне нравится. Тут такая сладковато-грубоватая композиция, это корица ром, верхние ноты, сердце, ирис, ладанник и сандал. И базовые ноты, табак, мох, бобы, тонко. Такая вот она, знаете, неоднозначная вода. Не могу сказать, что она прям свежая какая-то, нет, но она очень приятная и вкусная. Тоже очень-очень приятный у нее. Далее мурмур. Это очень сладкая, с пудровыми нотами. То есть не пудровая целиком, а с пудровыми нотами водица. Прям приторно-приторно такая вот, слащавая, нежная такая вот, знаете. Есть у меня люди, которые ее любят. Я, если честно, ее не воспринимаю, честно вам скажу. Это не мое. Артикул 3333. Но как-то раз я попутала флакончики, у меня же много открытых стоит, и ей шлепнулась, побрызгалась. Ну, могу сказать, что комплименты были, но мне как-то все равно было не по себе. Но я не могу сказать, что она меня там раздражает, мне не нравится и так далее. Так, а это еще одна
получается коктейль Story. Далее наши обворожительные шелковистые гольфы. Очень часто на всех форумах я одеваю именно их, потому что когда я выступаю и там танцую еще что-то, да, то есть форумы они же всякие бывают, да, то есть мне как-то жарко колготки, потом брюки сверху одевать, вот это все мне неудобно, вот. А шелковистые гольфы, ну это кайф, ребята. Во-первых, ногу на ногу сделали и не видно, что вы в носках, да, вот бывает же такое, сидишь вместе со всеми за столиком, прям видно вот эти вот капроновые носочки выставляются, потом идет сколько-то ноги, потом уже штанина. А я люблю, чтобы вот гармонично было. Ножку на ножку поклал, туфелька со шпилечкой, и вот продолжение, да, идет. В общем, обожаю их, они мне очень нравятся. Тут две пары в одной упаковочке, то есть в целом я взяла 6 пар. Артикул 804-12. Очень нравится, беру на постоянной основе, прям кайфую с них. И когда их не было, я, честно скажу, искала в магазине, одела, и мне их на один раз только хватило магазинских. И стоили они как-то вроде как и дороже, но не знаю, мне не понравилось качество. Вот именно эти, именно к этим я привыкла. Я знаю, что если я их одела, я прохожу в них весь день. Да, с утра до вечера. И если мне где-то нужно будет вечером разуться, я не опозорюсь от дырки. То есть ничего не протирается. Они супер-мега крепкие. Мне прям очень нравится. Прям супер. Так, следующая коробочка. Конечно же, что я беру побольше по акции Quick Bonus, где максимальная скидка, это наш один из самых дорогих кремов, это Global Oxygen, кислородный бальзам. Очень его люблю. Специально открыла уже новую версию для вас. 5 штук я взяла, конечно же, для себя с артикулом 5806. Это вещь, которая действительно делает кожу лучше, ухоженней и усиливает действие всех веществ. Также хорошо от укусов комаров, от какого-то раздражения и так далее, да. Я вам уже рассказывала, что этот кислородный бальзам, ну, конечно, не такой здоровый, да, но маленькую капельку капаю даже перед нанесением и дневного, и ночного. Лучше всего, конечно, сывороткой. То есть перемешиваю и наношу. Ну, и, ребят, мне нравится. С моих 40 лет, можно сказать, без всяких фейс-фитнесов, без всего, нормальная кожа. Очень даже, я считаю, что очень даже ничего. Ну, есть, конечно, одна морщинка на лбу, но, в принципе, это все. Поэтому я прям кайфую от состояние качества данного бальзама, потому что когда я начала им пользоваться, кожа стала более упругой, более такой мягкой, сияющей. Но я им, конечно, пользуюсь уже очень много лет, не первый год, да, такой вот тюбичек. А беру его с собой на все отдыхи. Если муж сгорел, я могу пол тюбика выдавить на его спину. Все-таки любимая же спина, да, спина страдает. Кислородный бальзам идет с максимальным содержанием кислородного комплекса. Он идет как универсальное средство для поддержания красоты и комфорта кожи. Мгновенно увлажняет и удерживает влагу 72 часа, это огромная редкость, 72 часа, уменьшает шелушение и ощущение сухости, активизирует все биологические процессы в коже, ускоряет ее самообновление и запускает детоксикацию, восстанавливает защитный барьер и устраняет дискомфорт, наполняет жизнью и оберегает от воздействия негативных факторов окружающей среды, уменьшая поверхностные морщинки, улучшая тон, а после применения бальзама кожа становится более упругой и мягкой. Вот, но это, конечно, я зачитала как основное, но на самом деле его как только не используют. Даже нос им смазывают от насморка. Хотя малофтивин, я считаю, что лучше от насморка помогает, чем вот кислородный бальзам. И у нас же еще появился один бальзам тоже от насморка. Просто шикарная вещь. Так, еще один мурмур. Дальше купоны. Купоны часто езжу. Бывает, где-то в номере оставляю, что очень жалко. Вот такая вот шикарнейшая просто палета. С превеликим удовольствием ее себе заказала. Это просто невероятные такие вот хорошенькие оттеночки, которые придают лицу свежесть. И тут вот этот вот скульптор, он очень хороший, он не рыжит, что мне нравится. Потому что когда загораешь, скульптор от Glam Team, который там за 1000 рублей, он такой ярко-рыжий становится на моем лице, и он мне уже не подходит. Поэтому я взяла вот один такой с артикулом 63-35 и один взяла с артикулом 63-34. Он более такой теплый. Можно сказать, теплый классический, да, такой вот уже. Видите, тут уже потеплее такой вот оттеночек. Получается более яркий, теплый. Этот тоже более такой коричневый, но не рыжит. И вот этот вот тоже хайлайтер, тоже довольно-таки шикарная штука. Видите, вот если натереть, то они даже и для века подойдут. Хорошенькое такое, да, высветление центра подвижного века тоже очень хорошо. В общем, взяла в запасники, прям по штучке, потому что бывает там оставил, тут уронил где-нибудь в аэропорте, еще проехался чемоданом, пока понял, что ты уронил. В общем, это Аня Кононова. Я вечно все делаю на лету, я вечно все делаю бегом, поэтому, честно сказать, бывают у меня такие казусы, поэтому у меня всегда есть запасники. Далее. Ой, Фиерики Сенсуэль.
Да, классный, кстати, очень подарок, причем не дешевый будет подарок, если вот даже вот это просто дарить человеку, который тебе дорог, да, это пудровая вода, свежести нет, это сладко-пудровая, очень приятная водица. Причем, вот если взять мурмур, то мурмур прям в наглую такая, знаете, сладкущая, наглая, такая нежная, сладкущая, прям наглющая вода. Это нет, это уже такой аромат для женщин с таким уже утонченным вкусом, она тоже пудровая, но она натурально пудровая, прям очень приятная. 3017 артикул, пару штучек взяла по 30 миллилитров. Ну и, конечно, как вы видите, Феерик и Сенсуэль — это любимый гель для душа моей старшей дочери Катюши, которая вам зонтики снимала. Зонтики прям всей семьей получилось снять. Здорово вообще. С артикулом 8120. Это вот прям аромат вот этот пудровый, очень приятный. Мне прям безумно нравится. Где-то я 5 штук брала. Скорее всего, где-то, может быть, там оно завалялось. В общем, не знаю. Beauty Cafe Caprice — это тоже сладкий такой, легкий такой, хорошенький ароматик. Тоже приятный. Я считаю, что он легкий. 30-40. Но он не свежий, а именно такой, знаете, легковатый такой, ветреный, да, то есть такой хорошенький. Ну, кстати, держится неплохо, неплохо он держится. Я одно время Beauty Caprice увлеклась, это был кошмар какой-то, у меня все было в Beauty Caprice. Дальше, значит, Каори. Водичку Каори мне очень нравится, это такой классический, мега приятный аромат. Ну и, конечно же, это тоже парфюмерный гель к той воде, ну и можно же самостоятельно ванну принимать, поэтому с артикулом 8114 взяла еще такой гель себе любимый. Это, как я ее называю... Да, я ей дала кличку, офигенная грубияночка, Beauty Cafe, вода, для меня это что-то с чем-то, это очень такой сложный аромат, приятный, клевый, классный, для женщины с характером, с твердым характером такой вот, да, и, конечно же, парфюмерный гель такой же, с артикулом 8104, очень вкусная водица. Дальше, вот это я прям дело похвалю. Прям хочется увеличить вам аннотацию, потому что хочется принести пользу в этот мир. Что это такое? Это масло Монарда с артикулом 60017, которое не только восстанавливает и питает ногтевую пластину, она еще и предотвращает появление трещин заусенцев и является вспомогательным косметическим средством при грибковом поражении ногтей. Я не знаю, у меня вроде бы нет там какого-то грибкового поражения ногтей и так далее, но у меня начал с одной стороны очень сильно врезаться ноготь. И я начала это масло каждый день капать. Я специально купила тапочки, чтобы они, как бы пальчик, большой пальчик, а на одной ноге, главное, на другой все хорошо, именно на одной ноге. Может, не знаю, может, я какая-то косолапая, но я же не знаю этого. И честно вам скажу, мне этот гель очень помог, у меня больше ничего не врезается, и мне отправляли какие-то железные пластины ставить и так далее, но вот этим гелем я все подлечила и была очень довольна, да, то есть вот смотрите, тут еще витамин Е, это органический эмолент и, конечно же, экстракт Монарды. Это очень сильная штучка, и причем она мега удобная. Давайте с вами откроем ее, посмотрим. У меня она полностью закончилась. Вот такая вот красота. На такой вот маслице. Очень даже не густое. Его очень удобно, но оно как-то вот, знаете, быстро впитывается, не залепывает, мгновенно и увлажнил, и все. На копеечек все в норме. Вообще, как бы моя любовь. Ну, запах у него, понятно, что не очень приятный, но Монарда, она и не будет приятно пахнуть. Но он не сильный, он еле-еле уловимый. Поэтому я считаю, что прям великолепно. Далее, пойдемте, это интенсивно очищающий шампунь. Так, может, я хотя бы немножко прибавлю. Да, интенсивно очищающий шампунь для жирных волос, для моей Катюши с артикулом 0191. У него идет большой объем, 380 миллилитров. Очень нравится, да, морожка. И запах у него такой очень мега сильно приятный. У меня скоро череда поездок и отельные шампуни, честно скажу, снимаю очень часто люксовые номера, но не хочу пользоваться их продукцией, потому что привыкла к своей. И вот этот шампунь мне безумно понравился во всех дорогах, он мне так хорошо подошел, что я еще один взяла, у меня есть один, но там уже не знаю сколько осталось, а вот тут мы на месяц уезжаем, и я решила вот такой целый шампунище взять с собой. Почему шампунище, если он 190 мл? Потому что он концентрированный, ребята, его надо совсем чуть-чуть. Я первый раз просто, вы знаете, забылась, поставила ванну, думаю, попробую, и нашлепала, как обычного шампуня через дозатор, божечки, ты мой. Это было столько пены, я вообще не могла понять, у меня волосы-то помоются, потому что там одна пена, прям воздух один был. Поэтому сейчас я уже так много не делаю. Плюс, он идет как концентрированный шампунь, то есть 200+, в 3 раза экономичнее, и на 90 применений рассчитан. Смотря еще какая длина волос, не знаю, я не считала, мне, наверное, больше, чем 90, потому что у меня волосы короткие, да, зонтик я вам показывала, вы видели длину моих волос. И, конечно же, тут как раз с учетом средней длины, но мне кажется, что она дольше хватает, но я же им пользуюсь только в поездке.
поездках, да, то есть мне его на 1.5-2 года 100% хватит, потому что я вроде бы как много езжу, да, но как бы, не знаю, ну, каждый день я голову, конечно, мою, укладку делаю в поездках, но, не знаю, много он у меня не забирает, как бы, объем, такое чувство, что я полный везу назад, даже после 2 недель применения, такое ощущение, что я его так и не дорасходовала, да, даже половину. Так, бережно очищает волосы, делая их мягкими и блестящими, способствует увеличению густоты и плотности волос, придает объем, дальше масло амаранта в составе, биотехнологический комплекс в составе, ну и, конечно, тут чего только нет, он еще и укрепляет полотно волос, вот это очень приятно. И дозатор, это мое все, я обожаю вот такие вот дозаторы, мне очень удобно путешествовать с ними. Дальше, умывалки пошли, это Катюшкина умывалка Доктор Кор, у нее жирная кожа, причем постоянно какие-то прыщики вылазят с артикулом 0589, и этот гель глубоко очищает и не вызывает стянутости, сухости, в общем, Катюшке он нравится. Вот смотрите, сколько штук я взяла. Артикул 0589, 4, 5. 5 штук я взяла его. И один гель я взяла, вот такое вот нежное молочко для умывания. Очень его люблю. У меня, кстати, умывалки вообще уже скоро все закончатся. Он, во-первых, экономичный, во-вторых, вот такое вот молочко для умывания. Оно не пенится, ничего. То есть вы его наносите на лицо, потом смываете и кайфуете. То есть это уже для такой чувствительной кожи, для сухой кожи. Артикул 0580. Очень понравилось, очень бережное. Подходит для снятия макияжа, увлажняет и смягчает кожу, предупреждает появление стянутости кожи. Прямо нежнятина, сама нежнятина, вот этот Доктор Кор. Дальше, смотрите, тут у меня еще куча духов. Да, я когда купоны, очень много что беру на подарки. Вот серьезно вам говорю, много прям подарков беру много. Ну, во-первых, средства для снятия лака, потому что я лаки Faberlic заказываю, частенько вот мне надоедает. Было настроение блестящее, потом настроение нюдовое. Я возьму поверху и перекрою лаком Faberlic и похожу так недельку. Лаки у нас действительно классные. Артикул 14999. Потом, значит, влажные салфетки у нас с вами идут. Я их тоже взяла, как вы видите, немало. Но сейчас в поездку, в сумочку, да, в переноску вообще отлично. Неважно, поезд, самолет и так далее, прям реально неважно. Они очень хорошо работают, они очень хорошо очищают. Я прям довольна их действием. Из года в год их покупаю как дорожные. Дома у меня лежат обычные большие салфетки, которые идут как для кожаных изделий, большие пачки. Эти я беру с собой в дорогу. 114.34, вот сейчас в Вишкар-Алу поеду и возьму с собой пачечку. И мужу, и дочери, и себе все можно ботинки чистить. Так, бьюти-кафе Каприз. Мы уже с вами его обсуждали, этот бьюти-кафе Каприз. Элисар и Донна Феличе. Ну, Элисар, честно вам скажу, пользовалась им несколько лет, потом не хочу и все. Вот у него такой легкий, цветочный, непонятный аромат, такой интересный, воздушный. Я бы его так назвала, что он такой для девчонок с таким характером. Нам и так надо, ну и хорошо, дальше вот, ну и что расстраиваться, смысл, да, то есть там из-за чего-то расстраиваться, да, то есть вот он такой. Идет 30 мл, артикул 3369, прикольно, наверное, писала. Ну ладно, а это Донна Феличе, это идет натуральный такой цитрусовый, очень приятный аромат. Артикул 3019, одно время тоже им часто пользовалась, сейчас у меня тоже стоит открытым, но я не часто пользуюсь, но цитрусовые ароматы я безумно люблю. Так, это крем-флюид уплотняющий для тонких волос, увидела по купонам, думаю, у меня же такого нет, я его израсходовала, дай кликну, вот такого у меня нету. Я его израсходовала, в кусты в баночках сняла, и из-за того, что все время новое и новое, я забываю. Думаю, пусть стоит, хлеба не просит в ванной. Артикул 1286, 30 мл, честно скажу, мне очень понравился в сочетании со всей линейкой, как самостоятельно. Ну вот в пустых баночках расскажу про самостоятельно. Пустышки я снимаю очень часто. Далее, 8-й элемент спорт. Сильная такая водица приятная, 302-30 мужская. Так, это тоже 8-й элемент. Это больше такая озоновая, легкая, можно так сказать, молодежная, 32-42. Дальше, значит, блокбастер водица. Мне она нравится мужу, а мне нет. Он такая вот там идет какая-то сила, сластинка, еще что-то. Она мне приятна, но я как-то, знаете, вот нету такого вот вдохнул и вау. Нету. Просто, ну да, вкусненько, приятненько. Вот, но муж ей очень любит мой пользоваться именно. Далее, Joint Support. Это поддержка суставов наша новая с артикулом 158-33. Суставы мне надо поддерживать. У меня есть проблемы, да, с оперированной ногой. Сколько раз вам и шов, и все показывала. Вот, все-таки они прям классные. Они прям крутые. То, что я их в этот раз для себя заказала. Там еще куркумин есть, поэтому они такие вот яркие, да, очень интересные. Состав тут просто такой, знаете, бомбовый. Они и лечат, и восстанавливают, да, тут есть и коллаген, и
хондроитин и куркума, в общем, все, что нужно. Глюкозамин, то есть мне когда-то его отдельно прописывали, а сейчас я могу двумя таблетками в день все это дело восполнить. Ну, если ситуация такая, знаете, критическая, 5 штук взяла, то можно и 4 в день, месяц попить, а потом перейти на 2, когда острая снимется. Моя любимая тушь Next Level, прям самая-самая любимая, 553,78. Так, Дона Феличе уже была. И вот такая вот красота, 3022, Beauty Cafe. Ну, я вам говорила, да, что-то для девчонок с характером, когда показывала гель для душа. Так, а это еще Монарда Кейр масло. Очень люблю вот эти вот ароматические спреи. Мне нравится просто так, даже вот он у меня около рабочего кресла стоит. 10.065, 3 штучки, да, я взяла. Ну и, конечно, самым таким любимым людям аромат Портужур, это духи. Это не парфюмерная вода, это именно духи. По купонам я беру. Вот в этот раз я взяла 4 штучки, да, помню. Помните ее очень красивое оформление. Это свадебный аромат наш с вами. Дальше Элисар. Тут куча зубных щеток. Да, посмотрите. Да, какая кучка мала. Ну, во-первых, это кондиционер-концентрат. Очень понравился аромат, его действие. Ну, он такой же, как и Faberlic Home. Я разницы не нашла, честно. Артикул 30.017 по действию. Но очень мне понравился аромат. Именно вот нероли и гибискус. Супер. И консистенция такая же жиденькая, и все такое же. Дальше, зубные щетки. В дороге часто теряются. Из одного отеля в другой переезжаешь. Ну, вот хоть раз ты вспомнил бы про щетку. А в отеле щетки дают, ну, знаете, фигню какую-то, простите за сленг. Голубая щетка силикон. 113.16 я заказала, но я их где-то по 3 штуки брала, сейчас, наверное, найду. 113.19, вот такая вот силиконовая щетка, тут полностью все силикон. Зубчики тоже хорошенькая, они у меня очищаются хорошо, великолепно. А в дорогу самое то. Дальше с артикулом 910.332, это очень такая грубая, жесткая, классная щетка, которая все на свете прочищает, плюс массирует десна, кому нужно, тоже очень хорошая. Это Катюшкина, она любит лиловое, фиолетовое, вот это вот все ее, да, значит, это уже было. Так, белые еще и черные вот такие вот щетки, я так понимаю, и все. Да, то есть их я тоже взяла побольше, вечно где-то вот куда-то что-то в дороге девается. Так, значит, с артикулом 117.48 черная и с артикулом 117.47 белая. Ну, белая моя, я люблю очень обычный белый цвет. Вот. Дальше еще тут такой вот чекус здоровенус на 17530 рублей. Да, то есть давайте вот тут вот щетки все. Да, все щетки. Да, то есть, ну, кому нужны вот эти все цены, пожалуйста, ставьте на паузу, читайте. Ну, так, это еще... А нет, это не кислородный бальзам. Это кислородный мусс для глубокого очищения лица. А для всех типов кожи идет. Действительно, лицо после него аж скрипит, ребята. Круто. Я когда умываюсь пару раз, потом еще им иногда пользуюсь, просто кожа скрипит. И мне кажется, лучше любая маска усваивается, если глубокое очищение прошло. 57.93. Так, дальше. Это наша новая новинка. Уже его попробовала. Ага, не тот тюбик пробовала. То есть это такой вот спреюшка. Очень такой интересный, видите, да, как будто пенится. Такой он кашкообразный получается, то есть довольно-таки густой. Вот, и тут заявлено, что он 17 в одном. Я даже на сайт пошла, чтобы посмотреть, чего там 17. Видите, да, густота очень интересная. Конечно же, залезла на сайт и поняла, почему это средство 17 в одном. Оно идет как многофункциональное средство для интенсивного ухода за прядями. Оно обеспечивает мгновенный эффект, делая волосы более гладкими, здоровыми, ухоженными. Но 17. Сейчас считаем. Первое. Восстановление поврежденных участков. Следующее. Гладкость и шелковистость волос. Далее. Ощутимое смягчение прядей. Потом. Термозащита. Затем. Легкость расчесывания. Потом. Интенсивное укрепление волос. Снижение ломкости. Устранение пушистости. Глубокое питание без утяжелений. Здоровое сияние и блеск, облегчение укладки, защита от внешних факторов, антистатический эффект, предотвращение сечения кончиков, активное увлажнение, эластичность прядей и повышенная плотность волос. А, повышение плотности волос. Вот они все 17. Ну что ж, я с ним проходила больше суток. Побрызгала так, ну, по-средненькому, не стала уже сильно себя забрызгивать. Вот, во-первых, мне нравится вот этот свежий, очень приятный аромат. И, во-вторых, да, действительно классно. Волосы рассыпчатые, они не сосульками, они приятные. Я с ними посушила волосы, и вот ночь поспала, и как бы, вот как, какие волосы я уложила, какие были, ну, вот практически такие же и остались, даже особо-то и не разлохматились. То есть,
Штука классная, буду сейчас брать с собой в поездке для укладок, самое-самое то. Главное, что тут есть термозащита. Это очень такой сносный, классный. Ну и, конечно же, таких средств должно быть много. А особенно, когда поездку по средству берешь, иногда некогда. Поэтому запасники наши все. Дальше, ежедневные прокладки. Это предпоследнее уже такое с анионовым чипом, который предотвращает воспаление. 20 штучек в упаковочке с артикулом 112-88. Очень шикарные, клевые, классные, суперские. Мне очень они нравятся. В дорогу самое то их с собой брать. Дальше. Вот таких вот 5 шейк-лосьонов антиакне. Ну, у Катюшки моей акне нет, конечно. Но все-таки мы с ней такое вот дело заказываем. Артикул 0590. Но вот вы знаете, недостаток всех детей. Пока все хорошо, ну и нафиг они нужны. А когда уже все плохо, начинает мазаться, говорят, на следующий день, ну я тут намазалась, и на ночь намазалась, и с утра намазалась, вот мне не помогает. Я говорю, милая, акне лечится очень долго, поэтому давай хотя бы неделю помажься. Вот такой шейк лосьон антиакне. Он и поры сужает, и препятствует закупориванию сальных желез, окислению компонентов кожного сала. Потом, значит, он оказывает себорегулирующие, абсорбирующие действия. И, конечно же, способствует выравниванию рельефа тонной кожи, то есть очень даже хорошее средство, такое, знаете, жиденькое, слегка такое беленькое, жиденькое, то есть вот оно, видите, капает у меня, да, то есть все скапало сразу, надо было на лицо, да у меня макияж на лице, вот такая вот красота. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Клонова Аня и огромная куча коробок. Всем пока-пока!